А ты, Вей Михайлович, с хорошими пожеланиями. Говорим о погоде на 31 мая. По республике северные районы местами небольшие осадки в виде дождя и еще мокрого снега. По остальной территории без осадка. Ветер восточный 3,8 по центральным районам до 15 метров в секунду. Температура воздуха Баунтовские, Баргузинские районы ночью 0 плюс 5 по северо-востоку до минус 5. Днем плюс 17-22 при осадках до 16 тепла. Прибайкальские, Хоринские районы ночью плюс 4 плюс 9 по юго-западу еще до минус 5. Днем 26-31 по Прибайкалью 17-22 тепла. Закаменские, Джидинские районы ночью плюс 4 плюс 9 по юго-западу также холодно, минус 5. Днем 26-31. Ну это уже лето. Наша дорогая столица без осадка. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Минимальная температура ночью плюс 5, плюс 7. Максимальная 27-29. Атмосферное давление будет падать. Утром составит 711, вечером 706 миллиметров ртутного столба. Самый лучший способ подбодрить себя – это подбодрить кого-нибудь, кто рядом с вами. Если вас никто не любит, будьте уверены, это ваша вина. Молодых питает надежда, старики живут воспоминаниями. Нам есть что вспомнить, правда?